Привет! Новый день, новый влог. Наконец-то дождались. Целые сутки прошли. Ребята, поехали. Бежит, бежит. Давай, Настюха, давай. О, а я на велосипеде. Настя, как тебе утренняя пробежка? Блин, давно так не бегала, мне тут закололо. Чего тебя там закололо? А, это тебе же в Инстаграме писали, то, что ты беременна. Как-то обидно. Устала чуть. Вот и все. 15 метров проехали. Ну, точнее, пробегали. И хватит. Да, Настюх? Вот он, спорт весь. Я, говорит, сейчас это everyday vlog, так надо показать, что мы нормальные. Типа, вот там бегаем. Не пьем, не курим. Молодцы. Не, ну тогда. А, не успела. Едем на футбольчик, вон там Наську взяли. Настя, ты счастлива? Вот, она будет сегодня камерамен, может что-то снимет. Настя, на. Будем снимать чалленджи с тобой? Ну да, попробуем. Будем снимать перекладины чалленджи или кроссбар чалленджи, как это называют за граничкой. Давайте, ребята. Блядь, выйдите кто-нибудь, чё, попробуйте! Наш, наш, блядь, давай. Хорошо, давай, пошли, иди, иди. Сам. Давай, красавка просто. Поздравляю. Не знаю, как сейчас. Победа. Пашка выиграл. Пашка у меня вообще молодец. Забил гол. Наська тоже молодец. Ни одного гола моего не сняла. Вот так вот. Девка говорит, сейчас поснимаю. Хоть штрафной бы хоть один мой снял, как я бью. Ничего вообще. Зато проснимала, как мы просрали один гол. Молодец. Просто видишь, когда я снимаю, вы не забиваете. А когда я не снимаю, вы забиваете. Все, выключай тогда шарманку, чтобы все хорошо было. Так, сейчас мы ждем результатов матча. Решили прогуляться по пляжу. В общем, ребят, матчи закончились. Сейчас осталось только два, из-за которых решится, займем, как, какое место займет моя команда. Я уже никакой. Что-то я покраснел, кстати, у меня башкарик. Так ты даже без замен играл. Сейчас два матча ждем. Пойдем пока с Наськой попинаем мячик сейчас. А чтобы чуть-чуть отдохнуть, вышли на пляж. Здесь рядом наш камгэсовский, да, пляж называется. Да. Вот Наська тут ходит. Туда-сюда ходит. Туда-сюда. И короче. В общем, ребят, нас просили снять кроссбар челлендж, как минимум три человека. Перекладина челлендж. Сейчас мы его снимем. Сим, сим. Так, ребята, первые попытки две у меня. Поехали. Три, кепка. Ну не попал, не попал. Так. Нифига. Попадение. Йоу-йоу-йоу, я попал. Теперь Настя пытается попасть. Я боюсь, она ребята смотрит, еще ржут, наверное, над нами. Подожди, сейчас, сейчас. Блин, как это делать? Блин, Паш, можешь поближе хотя бы? Давай, пробуй.
Штанга! И тоже неплохо, кстати. Короче, Наське тяжело и больно пинать мячи оказалось. Тут, кстати, нормально. Ты будешь ближе пинать? Да. Давай. Давай. Мне так больно, блядь. В этих кроссовках вообще больно. Ты, блин, короче, кроссовки жалко. Ты все равно не сможешь. Давай попробуем это, с лету. Точно, я знаю, как ты сможешь попасть. Давай на жопу. В смысле на жопу? Ты встанешь, я тебе в жопу попаду. Хотя бы так. Нормально. Это было рядом. Давай. Почти. Почти, совсем чуть-чуть. Йоу, братуха, братуха. Йоу. Ногой. О, нифига ты. Три раза. Секси бой, пойдем со мной? Настя, снимай. Опа. Ты что? Уже в чё-нибудь, куда-нибудь. Ну, вот так вот, как-то. Вот так вот как-то. Штяна Роналду 2. Как он делает? Так, ставим мячик на точку. Начинаем разбег. Наська стоит в воротах. Давай, Настюха. Ты должна взять. Сейчас поближе. Давай, Настюха. Готова? Нет. Готова, Настя? Ну-ка, нормально, не сильно. Давай. Давай. Стоишь? Давай, Настюха. Ну подожди, это я просто специально. Готов? Давай. Настя, что? Ловишь меня? Да. Молодец. А ты? Давай. Готов? Вставай, а? У меня попа сырая теперь. У тебя попа всегда сырая, когда я рядом. Второе место в турнире заняла команда Pride. Ну нет, я просто сила. Сила. Это труп Кэп, это труп Семен, это труп Ваня. Ваня самый труп. Мы его на ворота ставим так, чисто поиздеваться. Это не буду ничего говорить. Мне с ним домой ехать. Тем более. Это вообще молодой пацан, 16 лет за нас бегает. Лысый зэк. А, это кидало. Не пришел сегодня домой. Вот так вот, ребята, примерно проходили наши последние 2 дня. Сейчас я сижу, как всегда, с утра. Как последнее время с утра.
монтирую новый влог, который выйдет, грубо говоря, в 12 выходит. Вот, то есть я встаю с утра, монтирую вчерашний влог, и мы идем снимать вот сегодняшний. Спасибо вам за то, что вы нас смотрите, правда, приятно. Настя там сейчас тоже вам что-нибудь передаст. Вот, и поддержите, пожалуйста, правда, лайками, там, комментарии напишите, как вам такой формат, все-таки уже второе видео подряд. Давайте, завтра будет третье, а там посмотрим, что дальше будет. Что тут? Что тут? Что там? А там, смотри, так это что тут? Что там? Покажи себя. Смотри, что тут? Что там? О, у тебя боится.